Ну вот, казахстанским госслужащим и не снились условия конкурса для соискателей места в представительстве одной из партий Китая. Больше 10 тысяч человек претендуют на скромную должность секретаря приемной в штабе партии «Демократическая лига». В обязанности входит организация встречи и конференции, а также прием посетителей. Ажиотаж объясняется тем, что от кандидатов не требуют специальных навыков, достаточно диплом бакалавра и небольшого опыта работы. При этом новый сотрудник, видимо, получит возможность лично познакомиться с влиятельными людьми и наладить деловые контакты.